Okay, всем привет, с вами я, мистер Неро. Это видео должно было выйти еще 8 марта, но что-то не сложилось, что-то не так. Поэтому мы будем играть в Poppy Playtime. Это и есть мой вам подарок. Да, я снял заранее, но потом что-то подумал, что-то не так. У меня удалилось видео. А вот, значит, человек... О, это же этот, вот это, Уильям Афтон, вот, да. Он же тоже фиолет, это Уильям Афтон, да, это зубдак, вот. Вот не могу, правда, ну да ладно. Это значит Хаги Ваги. Да, вот от вас синий друг с желтыми руками. Тут даже продаются игрушки по Хаги Ваги, это странно. Но вот что не странно, это то, что это видео выходит именно 9 марта, а не 8. Это подарок должен был быть как бы и девушкам, и как бы на 20 подписчиков. Но у меня что-то не сложилось, видео в Капкуте что-то удалилось, и поэтому мне пришлось снять заново. Мне пришлось удалять, качать заново и начать все сначала. О, да. А, что я хочу сказать? Это то, что... Эта игра, про нее я знаю очень давно, но заиграть решил именно прямо сейчас. Вот в чем еще минусы, так это в том, что это мобильная версия, а не компьютерная. На компе я играть не хочу, но вот еще нужно починить. Так что у меня пока что есть только на телефонной версии. На телефонной версии, может быть, немного подлагает, может быть, там что-то не так, может, там вообще будут какие-то находить черные пятна. Да, я сначала снимаю, потом делаю озвучку. Говорю заранее, подлагивать будет, но не так сильно. Это первое. Второе. Хаги-ваги у нас будет полностью синий, но также у него будут еще черные пятна. Глаза, рот, желтые руки и ноги останутся. Вот минус в том, что у него... Что написано? Я не знаю, что написано. А в дело в том, что у него будут черные пятна. Вот это меня подбешивает. Это первое. Второе. А нет, третье. Третье, там я остановлюсь на одном моменте. Я не знаю, роковой он будет для меня, пишите в комментариях. Заранее я поздравляю всех девушек с 8-м прошедшим, 8 марта. Вот мы появились. Странно, да. Тут у нас... Ох, неудобно. Так, открывайся, сезам, откройся. Так, у нас паровозик, он нам ничем, похоже, не поможет, поэтому... Я не знаю, что мне с ним делать. Да. Поэтому мы будем сразу идти добывать себе ту синюю руку, которая нам сильно нужна для полного прохождения. Но чтобы нам набыть это жалкое недоразумение, мне нужно ввести код по этим разноцветным квадратикам. Я не знаю, типа, что оно делает. А, ну так, на чем я остановился? Простите, я сбился просто из-за того, что... У меня была какая-то проблема. Это не со съемками, не со озвучкой. Это была проблема в внешнем мире. Забираем кассету и как мне ее вставить? Так. Просто подойди в кассету, а чё? Playing time. Угу. Значит, две руки. Одна красная, другая синяя. Это значит, типа, рюкзака. И чё? Пока она мне поможет. Нет, я знаю, что она делает, как она помогает. Просто я не могу понять, я что, такой же желтый манекен? Значит, можно просто забить. Можно просто присобачить и отпустить. Так. Все. Это из мема Куплинов. Отдай меч. Отдай меч мне. А нас разве не должно током шиндарахнуть, а? Это же, по сути, пластмассовая рука. Как она на такое способна? Я не знаю. Не знаю. О, уже начинает подлагивать. Вот сейчас подлагает. Вот, все. Это сейчас еще раз будет подлагивать, так что не жалуйтесь. Бедный динозаврик, голову оторвали еще. А она так вот, та стеклянная капсула с веревкой меня что-то вообще не радует. Типа, разве Хаги-Ваги не можешь просто взять и сломать?
по сути, это же просто гигантская игрушка, созданная из меха, созданная из ткани. Я не уверен, что там будет какой-то экзоскелет, чтобы смог сломать. У меня только лишь один вопрос. А как это Ханивади стоит посередине комнаты? Так, может подойти? А, вот все вижу, вот где. Вот все вижу, что-то загружается. А вот все открылось. Ой, лагает. Ой, подлагало. Че за черт? Ой, я уже вижу эту синюю не... тварь. Что будет предан? Ну как, ну, товарищ, я вас предупреждал. Товарищ, я вас предупреждал, он будет голубо-черный. Да. На пятюню. На пятюню. На пятюню. Он пятюню словил 3 раза. Или 4. Ой, я бы тоже себе купил Ханивади, новый не буду. В смысле? В смысле? А чё? Почему? Так. Что мне нужно сделать? Так. А как? Товарищи, я на днях выпущу первую часть прохождения Бенди. Красная и синяя. Нет. Да, выпущу прохождение Бенди. Я буду орать неистово, потому что я знаю, что меня ждет дальше. Страшно именно то, что я не видел прохождение первой части. Я вообще видел только прохождение последней части и только их концовки. А так я половину страшилок не знаю. 5 ночей с Фредди я проходил с криками. Правда, вы этого не услышали. Вот, пожалуйста, багнутый пол. А может сюда войти как-то? Вот так. Вот, смотрите, вот тут можно зацепить, поднять. О, в смысле? Я же могу просто взять, зацепить и поднять. Оно не хочется. А чё ты не хочешь? Он не хочет? В смысле? А как? Ну так вот, мобильная версия, похоже, не до конца сделана, поэтому я вам скажу прямо. Опа. Опа. Ну да, и мне сюда. И куда он делся? Вроде у меня. Что? Ну вон, пожалуйста, багнутый пол перед синей комнатой. О, куда? А, не знаю. А куда? Не сюда, я отсюда пришел. Не, ну ходи в одежде, сейчас он прикольно выглядит. Да. Простите, товарищ, у меня насморк. Да. Поэтому я хочу сказать прямо. А куда мне этот ключ ставить надо? На. Куда? 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 Может. Ну вот, типа, комната, да. Куда? Опа. Может желтую дверь типа вставить, да? А, ну да. А чё мне тогда? Так. Опять же, логику этой игры я придумать нормально не могу. Хотя бы начать с того, что... Опа. Что нас реально должно дарахнуть током, но это не происходит. Какого фига веревка вообще ток впитывает, я не знаю. Это во-первых. Во-вторых. Так. Во-вторых. Какого фига? Да не встал. Как? Ну такой. Во-вторых, я хочу спросить. А как мы вообще должны будем... Как вообще к нам рука возвращается? Не, ну там понятно, на кнопку нажать. Как рука вообще? Один. Я точно помню, он тут стоял.
И опять же, что прохождение Poppy Playing Time я до конца не смотрел. Я не знаю, что будет в конце. Я только начало просмотрел маленькую половину, как сейчас, и все. Прям до момента, там, где выполняли эту головоломку, я дальше не смотрел. А где этот? Типа наверху, да? Нет, а двигается. А где? Чё за прикол? А могу я купить? Так. Понятно. Понятно, что ничего не понятно. Так. Нам активирована синяя рука. Это уже понятно, непонятно и вообще все замечательно. Было бы ужасно, если бы Хади Вади вон там в конце стоял. Было бы вообще крипово и вообще замечательно. Но... Ну или как сейчас в конце этой комнаты. Товарищ, я уже поздравил свою маму вчера. Надеюсь, и вы поздравили. Лагает! Карл, лагает. Лагает. Все. Вот пролагал. Поздравил я свою маму. Надеюсь, вы тоже поздравили своих, свою сестру, там, маму. Надеюсь, вы это сделали. И, а ежели не сделали, то делайте. А что мне нужно найти? Может, тебе красную руку или что-то найти еще надо? Я только знаю, что нужно найти лишь 4 батареи. Одна красная, зеленая, синяя, желтая. Где кассета, я не понимаю. Кассеты нету нигде, где она? Я кассету искал, не нашел. Ну, зашибись теперь, что могу сказать. Так. Кстати, забавный факт, когда я выполнял эту головоломку, я не заметил красную. Я заметил только синюю, зеленую и желтую. А красную я найти пытался. Да. Как же неудобно. Что это? Там я вообще не знаю, как это выполнять. Типа, смысл этой фабрики? В чем игрушки просто создавать, что ли? Если просто так, то зашибись. А если нет, то и вообще не знаю, что делать. Кстати, вот на этой головоломке, кстати, я и остановился, потому что дальше проходить что-то не очень-то хотелось. Да. Оно что? А не коробку возьми, ё-моё. Что с этим? Понятно. А я так и не научился рукой, типа, брать и зацеплять. И тащить к себе. Только научился. Опа. А что это у меня тут? Это желтая батарейка, осталось еще две. Красную я не заметил. Жалко. Хотя она находилась чуть ли не на самом видном месте. Буквально надо мной сейчас. Вот на стеллаже, да. Но не на этом. Я ее не увидел, и вообще, я не знаю. Вот еще типа, такие бади. Считайте, знаете, это бади Майнкрафта. Только в Poppy Playing Time. Я заметил, что Хаги Вади в последнее время очень популярна. Это вот код Дремот. Я не понял вообще, кто это, и вообще не знаю. Не знаю, как в это играть. Поэтому я решил пройти только первую часть, и думаю, вторая серия скоро выйдет. Если меня не схватит инфаркт. После увиденного. Ну так вот. Вторая часть уже снята, ее тоже нужно будет озвучить. Выпущу где-то завтра, наверное. Да. А, превьюху, я думаю, либо сделаю, либо где-нибудь найду. Ни у кого мы кому не идти не будем. Так. Желтая, зеленая. Найдена. Ну, давай. Вот. Да. Ну, так вот. И вот. Видите эту красную штуку, которая мигает? Нет, не красная рука. Вон та красная батарея. Ну, так вот. Я ее не взял. Я ее искал.
Глаз. Вот это из мема. Как Куплинов. Мяч верни, иначе глаз заберу. Нафиг мне твой глаз. Мяч верни. Ну блин, ну давай, ну. А, товарищ, нас уже 26. Еще 4 осталось. До 30. Я хочу сказать только то, что я очень рад. Давай оттащим коробку. Коробку. Коробка ко мне, иди фас. Я очень рад. Это главное. Еще я хочу сказать, что... поздравляю всех девушек с прошедшим 8 марта. Это тоже. А еще, да, завтра воскресенье, послезавтра в школу. Еще 4, не считая четверка, 3 дня отучиться. Потом у нас... Ничего себе, глаз левитирует. Вот это Buddy Poppy Plain Time Mobile. Тут глаз левитирует. И коробка отскочила. Зашибись. Ну тут работает только синяя рука, но без красной вообще. Тут глаз левитирует, в смысле. Может, я наверх заберусь, а? Напоминаю, это в первый раз, когда я начал играть в Poppy Plain Time. Вообще играть начал. Но я тогда не понял, что это батарея находилась именно наверху, нежели внизу. Да. Что я еще хочу сказать? Вот в этом ракурсе очень хорошо батарею красную видно. Но нет же, я ее не возьму, потому что я ее не видел. Напоминаю, сначала я снимаю, а потом озвучиваю. Вот это... Да. Сначала озвучиваю, сначала делаю, а потом озвучиваю. Вот это вот странно. Это, во-первых. Во-вторых, найти ту красную батарею меня составило очень большого труда. Но вот в этом ракурсе я уже ее заметил. И решаюсь пойти за ней. Ну-ка, мне иди. А ну сюда. Да. Осталось 14... А нет, осталось 17 из 19 минут. Кассету, наверное, я найду в следующей части. Да, я не думаю сделать вот так, на две части разделить. Что? Что? Да? И что должно произойти? В следующей части, вы думаете, что я не сниму ее? Я ее сниму, если мне инфаркт не схватит. А если схватит, то за меня это делает моя сестра. Пишите в комментариях, хотите ли вы стрим. Да. О игре Poppy Plain Time. Лицо, к сожалению, снять я не могу, потому что для этого оказывается нужно... либо камела... Сейчас, подожди. Вот так. Либо камера, либо второй телефон, чтобы сядет. Я так и не понял. Нет. Товарищ, я с вами хочу попрощаться. Желаю всем удачи, всех девушек с прошедшим 8 марта. Скоро выйдет вторая часть. Желаю всем удачи, успехов в учебе. С вами был я, мистер Нео. Не ленитесь, подпишитесь на мой канал. Всем спасибо. Ну а главное...